Дорогие друзья, теперь давайте пригласим на сцену всех ребят, участников сегодняшнего фестиваля, а также руководителей коллективов и педагогов-организаторов клубов. Прошу всех на сцену. А я с удовольствием передаю слово директору подросткового молодежного центра «Пушкинец» Ирине Петровне Борисовой. Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с нашим великолепным концертом, который мы провели сегодня, с чудесными выступлениями наших ребят, поздравить родителей с их победой, потому что сегодня дети показали великолепные номера, а также педагогов. И мне хотелось бы, конечно, на этой сцене вручить им небольшие подарки, которые нам предоставил, как мы сегодня сказали, муниципальный совет нашего города Пушкина, нашим детям и педагогам. Итак, видеостудия «Линк». Представитель педагог, организатор в одном лице и активный участник студии награждается этим призом большим. Коллектив ПМК «Шушары», «Констанция». Поздравляем, молодцы, сегодня у вас дебют на этой сцене, спасибо. Коллектив «Хореографические белки». Елена Витальевна. Коллектив «Белки». Поаплодируем. Танцшоу «Студия Крис». Татьяна Витальевна. Ансамбль «Ключ». Екатерина, аплодируем, пожалуйста. Театр шоу «Волшебный чемоданчик». Боярская Вера Георгиевна, Ленсоветовский филиал. Поаплодируйте великолепные буквы, которые вшили сами дети вместе с руководителем. Стиль. Алина, где у нас? Руководитель студии. Аплодируйте. Чудесный номер. Подростковый молодежный клуб «Павловчанин». Радищев Петр Петрович, руководитель студии, руководитель клуба. Хип-хоп, юность. Витус, курский хоровод «Тимоня», Протопопова Наталья Васильевна.
уважаемые педагоги, огромное вам спасибо за тот чудесный вечер и концерт, который мы сегодня посмотрели здесь, в этом зале. Спасибо, спасибо.